Всем привет, с вами Автодок. Значит, поступил к нам пациент Mitsubishi Pajero с V-образной шестеркой. Значит, отсутствие компрессии в одном из цилиндров, связанное с попаданием в него инородного тела. Значит, провезли вскрытие и обнаружили... Отчетливо видно. Деформация. Значит, при притирке клапанов выявилось, что один клапан слегка загнут. Сейчас сфокусируется. То есть, притирая клапан, мы видим, что одна сторона клапана не прилегает к седлу. Значит, несмотря на трудоемкость процесса снятия поддона, то есть пришлось разобрать ходовую, вынуть передний мост. Но это сделать нужно было обязательно, так как повреждения на поршне говорили нам о том, что, скорее всего, зажало поршневые кольца. Значит, работа была проделана не зря. Видите, на поршне тоже следы деформации. Верхнее компрессионное кольцо наглухо зажато в канавке. Значит, вот в этом месте его зажало. И второе компрессионное кольцо тоже слегка поджато. Поэтому сейчас мы меняем поршень, меняем выпускной клапан, собираем, заливаем голову. В общем, головка собрана, залита авиационным керосином. Керосин не уходит. Значит, можно, в принципе, уже устанавливать на автомобиль. Эти ходовую тоже собрали. Установили новый поршень. Значит, поставили поддон. Теперь приступаем к сборке мотора. Значит, мотор собрали, залили технические жидкости, произвели пробный старт. Как видите, мотор работает. Вполне неплохо. Не видел, как работал до этого, но я думаю, результат меня устраивает. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Пока!